Свидетеля по уголовному делу Никиты Белых теперь и самого обвиняют в мошенничестве и самоуправстве. Речь идет про гендиректора Нововятского лесоперерабатывающего комбината. У следователей есть информация, что тот нанимал вооруженных чоповцев, чтобы завладеть чужим имуществом. Все фигуранты были задержаны в Москве и заключены под стражу. По данным следствия, в 2018 году гендиректор НЛК и еще два его коллеги обманом завладели имуществом, принадлежащим Мургинскому комбинату. Говорится, что потом гендиректор нанял вооруженных чоповцев и 16 ноября вместе с ними проник на территорию Сокольского фанерного комбината и под угрозой применения насилия захватил одно из зданий, предназначенное для переработки макулатуры. Выяснилось, что это был не единственный захват зданий, которые фактически принадлежали Сокольскому фанерному комбинату. Кроме того, следователями был установлен факт аналогичного завладения правом собственности на здание печати, фактически также принадлежащее компании «Сокольский фанерный комбинат». По подозрению в совершении указанных преступлений в Москве на днях были задержаны трое фигурантов уголовного дела. Им предъявлены обвинения в совершении преступления. Следователи проводят комплекс следственных действий, расследование продолжается.